Встречайте, Ингеборга Дапкунайте, Александр Жулин. От этой пары всегда ждешь чего-то необычного, оригинального. Хочется надеяться, что танец на музыку из кинофильма «Запах женщины» не станет исключением. Это Александр Жулин! Да, вот так этот человек, лишенный возможности видеть окружающий мир, которого изображает Александр, нашел свою любовь. Удивительно трогательно, удивительно лирично. Впрочем, как всегда, я напомню о том, что Ингеборга с Александром на протяжении 4 последних соревновательных дней показывали лучший результат